на сельскую учительницу у нас даже классом мы ходили, ну так называемый поход что ли, и так далее. И это поразительный, красивый фильм, очень красивый фильм. Ну это сейчас я могу говорить, что это, так сказать, были кинопоэмы своеобразные, зависящие от, от темперамента Донского. Ну, конечно же, я знал, что это Донской. А первая встреча произошла в Авгике. когда я оказался в Авгике, и он уже Марк Донской сотворил Фому Гордеева. И опять у него был прекрасный оператор Пелихина, и это был фильм экспериментальный, где я уже что-то понимал вот этот вот условный там какой-то кинематографический язык, учился на режиссера. Но опять же, Донской поразил меня своей демократичностью. Как бы он был, ну как, плотный, э, достаточно малого роста. Ну, говорил, что он боксер, так, и... Иногда произносил странное слово «Коздалевский». Никто до сих пор не может расшифровать. Это вот что-то сделал, что-то сопротивляется, Некий, некая как бы выдуманная какая-то личность Казалевский и так далее вот и он э, главное он был ловкий и он все время высматривал людей которые способны его понять которые способны ну вот сразу как бы э, погрузиться с любовью в его кинематограф кинематограф вот он так вот, вот как бы ощупывал и так далее, все приглядывался. Я расскажу вам, почему день сменяет ночь, кто живет за морями, почему дует ветер, куда текут реки. Я научу вас мечтать. Однажды я попал на киевскую студию, там вот нужно было, ну, они набирали новую команду, новую команду, и, в общем-то, и говорили уже тогда на на украинской на украинской мове. И там главный редактор, когда вот значит нас привели, он посмотрел и сказал: "Дюжа цика, цикавая людина, людина". Я сказал, хотя родился неподалеку от Украины, в 20 километрах, она была граница, граница. Я сказал: "А вот надо перевод". Ну это Дюжа интересный, так сказать, человек, так, так в сущности. Но этим словом не надо было придавать значения, потому что когда человек, как диаген, выискивает все-таки какие-то трепещущие кинематографические души, души, тогда это другое ощущение. Ты понимаешь, он вот искал художников, он сразу их привечал, привечал. И... И мы остались беседовать там вот, с ним. И он вот как, э, ну, как обычный, я не знаю, то ли футболист, то ли кто еще и так далее, с какими-то вот ужимками, но с каким-то вот ощупыванием, как будто он снимает кино. Он сразу делал, делал спектакль, спектакль исследования. И для него э, э, плохих людей не было в этом смысле, когда он заинтересовался. То есть он. Э, проявлял колоссальный интерес э, к, человеческой, э, к человеческой личности поэтому он вот э, перевоплощался но ну, я не знаю для него как бы все народы э, мира они были вот э, вот интересно. И если надо он становился там вот, скажем становился он коми когда там песню о счастье был такой фильм он снимал и так далее. А летец уходит в горы, он снимал такую картину и превращал Свердлина, в общем, заправского, заправского чучу и так далее. Вот, в общем, и это было, и шаманом он находил быстрый язык, и казалось, что он там э, по древу жизни, так сказать, воз, возносился. Исключительная доброжелательность, доброжелательность. И в то же время простота. И с детьми, вот с детьми он работал, как вот, я не знаю, как вот Христос говорил, что такое дети, так сказать, что они невинны и прекрасны. И они у него играют в фильмах, где есть дети. Ну, дети есть там, сельская учительница, скажем, и так далее. И вообще у него там был один фильм, здравствуйте, дети. Вот. Он вот такой, как какой-то апостол, как какой-то представитель, представитель. И уже если он организует какое-нибудь э, шествие или ярмарку, он будет танцевать, хотя это очень со стороны, если это отдалище, смешно, смешно. Он обязательно прикоснется к человеку, он обязательно даст, как космический человек уже, находя настроение, какой-то вот э, толчок запас мысль он передаст свой огонь тут же отойдет тут же э, занимается этим он очень подлинный, подлинный был организатор и поэтому когда он заходил на студию он включал свет например вот всегда э, там поставили лампы дневного света вот значит раз 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 загорелось когда там не нужно значит это пришел э, пришел донской вот эта вот энергия и дала ему вот какие-то особенности поразительные. Плюс чутье реальности, знание бытия народов на земле, их отличия и, и, и поиски ключ, ключей, ключей к ним, чтобы снять и добиться, чтобы они играли свободные, как боги. Вот это его была задача. И он даже решился, вопреки всяким там каким-то, ну как сказать, утверждением. Вот его не всегда понимали. Вот если надо, он умел подраться. Подраться там и так далее. Он и говор говорил, иногда его не могли слушать, когда он выскакивал на трибуну. Он так с некоторой загадочностью и очень эмоционально что-то произносил, или кого-то отрицал. Или сказал, а я прав, и это ты узнаешь. И он даже... Даже на одной студии разозлился на одного человека, которого, вот, с которым он вечно спорил. И он сказал, что на моих похоронах не надо, чтобы он присутствовал. Но все дело-то в том, что этот человек присутствовал и, и сказал, уже Донского, так сказать, не было, сказал у гроба, вот, в общем, эту самую речь. И даже вот в этом были установлены некие отношения. Он истинный режиссер, кинорежиссер. Он титан, так сказать, хоть не принадлежит к лучшим а, новаторам, и в то же время к наиболее, ну, может, человечным а, режиссерам киноэпохи. Молодой и, 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 и так далее. Он действительно новатор. И он поет свои песни. Это у него кинопоэмы. И даже когда несовершенные, иногда он допускает слабости, несовершенные как бы кадры тоже имеют какое-то право, так сказать, появиться на свет. Но благодаря только волшебному вот, вот складу.